Вот, Валентин, как вам сказать, давайте так, я расскажу такую штуку. Когда я в Штатах жил, там очень много, да? Ну, в смысле, в детстве жил 3 года, потом в университете, и таскался туда примерно на вал. В общей сложности где-то получается, возьмем, где-то лет 6. Ну, может быть, меньше, не важно. И, имея дело с американцами, они подчеркивали вот этот момент. Они говорят, мы с вами очень легко разговаривали, в отличие от других русских, потому что вы прекрасно понимаете, как мы говорим, что мы говорим и наш менталитет. Но одновременно вы остаетесь советским человеком. И вы, говорят, хороший bridge person, то есть bridge – это мост. Я не там и не тут, вот по их толкованию, да? Я мост, bridge person. Поэтому я не испытывал никакого, то есть это не смешение русской и нерусской ментальности, то смешение может быть, да, ближе, но как раз вот это смещение или смешение получается вот этот мост между той или той, я и не там, и не там, то есть одна нога там, другая нога тут, то есть я как бы, понимаете, я и не американец в чистом виде, и не чистый русский, советский, я так получился, исторически сложилось. Сложно ли жить в этой действительности в России? Нет, не сложно. Я жил при советской власти в этой же двойственности и совершенно спокойно жил в 90-е годы, и сейчас живу совершенно спокойно в двойственности в России. Нет. Но, дорогая моя, запомните, я же историк, а это чуть-чуть уже меняет картинку.